Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Звездные войны. Джедай Изгой. Джедай 2 Изгой, по-моему, называется. Если правильно. Ну, давайте. Так. Огонь! Ой. Что у нас там? Попал? Враги повержены. Враги повержены. Кстати, подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем ваши комментарии. Кто играл, кто как проходил, у кого какие воспоминания с данной игрой связаны. Кто хочет в нее поиграть, пусть она и кажется старой. Но... Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Пусть она и кажется старая, но... Так. Все. Усмирили дракона. Так, здорово. Здесь что-нибудь есть? Нет? Да вроде как нет. Противник! Ага. Какой красавчик, победил. Давайте посмотрим. Опа! Что мы открыли? Открыли. Кажется, тут холодно. Кто бы думал, как сюда пройти? Там, кстати, секретная комната есть. Кто не знал, подскажу. Она находится вон там, наверху. А теперь давайте-ка посмотрим, как туда пробираться вообще, в принципе. То, что вы сюда пойдете... Ой-ой-ой, вот это вообще... Куда надо? Здесь какие-то ничего нету, все закрыто. И вот сейчас. О, здесь холодно. Конечно. Вниз главное не падать. Так, переходим на шаг. Да я знаю. Где-то что-то открыто, закрыто. Так. Ничего не произошло, правильно? Правильно. Итак, вторая попытка. Блин. Этот самый такой вот говенный момент. Потому что пробираться надо аккуратненько. Блин, осторожненько. Да ёж твою мать-то. Ну-ка. О, вот так. Теперь прыжок, прыжок, прыжок. И вот так. Ну, пойдемте к секретному месту. Тихо-тихо-тихо. Вот она, секретная область. Что мы имеем? И броню мы поимели. И очки мы поимели. И аккуратненько, не спеша, идем обратно. Главное не спешить, потому что свалиться можно, как ничего делать. Так, прыгаем. Опа! Собираем. Это не считается секретной областью, если как вы не заметили там, потому что было бы отписано. Не забывайте сохраняться. Где вы? Будьте готовы. Давай. Готов. Как Гагарин, готов. Будьте готовы. Ага.
Противник! Противник. Где ты, падла? Они бегут. Противник. Противник. Как я говорил, это такое большое оружие. Все. Так, теперь мне надо обойти и посмотреть, что там. Я уж не помню, потому что... Я посюда-то могу, да? Могу. Мне сюда надо было. Все. Так. Внизу электричество, так что не вздумайте падать. Это больно. Вот. Интеллигентно. Спустились. Так, тут все закрыто, тут закрыто. Тут закрыто. И вот здесь вот, я как помню, тоже вроде было закрыто. Ну, давайте по порядочку. Это очень много пушек. И запутанная фракция. Или как правильно сказать? Так, это камера. Скоро приду. Оставайтесь тут. Так. Сломать-то этого сломал. А, вот. Вот. Прошу прощения. Вот сюда. Здесь заперто. Почему? Я же вроде все уничтожил. Здесь заперто. Так, ищем. Где-то что-то не сработало, да? Так, давайте еще раз вниз сходим, посмотрю. Здесь у нас что? Двери закрыты, правильно? Дверь закрыта, тут вот штука какая-то, она закрыта. Пушки я сейчас пока расстрелял, все нормально. Давайте посмотрим, может я что-то наверху не доделал. Так. Наверху. А, вот, наверху, блин, что я затупил-то, кошмар. Вот я затупил. Прошу прощения. Так. Поднимаемся. Спасибо. Потом сюда. Надо было сразу так. Сюда. Сюда, сюда. А если вы думали, что пушки исчезли, что там новые появились? Где вы? Нет? Нету еще пока. Броню, там оружие. Так, оружие сейчас не смогу взять, нужно другое расположение. Так, блин, нужно другое расположение.
что сейчас я могу сделать? Так. Блин, ну ладно. Давайте сюда сходим. Может, дверь я то открою? Или как-то надо было еще. Так, мостик появился. Опаньки. Наверх, вниз, вниз. Так, там ничего нету. Смотрим. Опа. Никого, да? Видите, все открылись. Ну, ничего страшного. Так, можно разбомбить. Можно, конечно, попробуем. Только... Вот так. Вот еще пушка, давай. Ну. О, ага, не достало, да? Давай, где ты жужжала? Все? Сзади-то есть там, с той стороны? Где, куда? Куда? Вот сюда. Опаньки, опаньки. Прыгаем, поднимаемся, не стесняемся. Собрали. Так, что мне? Победи мне тут не надо ничего. Вот, вот эта штука как-то еще должна вроде как открываться, я уж не помню. Ладно, давайте. Там мы поняли, что нам ничего не надо. Тут. Тут оно как-то должно сломаться. Ага. Опаньки. Ну. Ой-ой-ой. Я что-то слышу. Сзади. Все. Подождите. Что я сделал? Я что-то открыл, что-то включил, что-то отключил, что? Вот, ключ охраны. Так. Что ты мне тут хочешь дать? Опа. Что-то я включил. Значит, сначала нам туда подзаправимся и пройдемся там, там камера для заключенных. Я прав. А я прав. Так, сними барьер вот этот. Вот. Это куда? Где ты у нас? Отключили. Слышите? Эта хрень где-то летает.
я тут наоткрывал, наотключал. Не могу сейчас, скажи. Ладно. Давайте так. Пока я все равно все делаю правильно. Так, где-то. А где я? Ай-яй-яй-яй-яй. Я где? Не могу даже представить, где я сейчас нахожусь. Хоть она и зеленая открыта, но мне туда не попасть. Ну и ладно. Не очень-то, знаете ли, это делать. Где эта тварь? Ой. Такая штука один раз ужалила и пипец. Всё. Так, что у нас здесь? Вот один из заключенных. Ух ты, мина. Кстати, вот эта мина прикольная, липучка. Это мы любим. Очень хороша для диверсии. Так, а нам зачем туда? Мы вот здесь вот были, правильно? Правильно. И шли туда, верно? Конечно. Мы прошли сюда, потому что собрали, шли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Правильно мы идем с вами, товарищи. Верным путем. И отключим здесь все. Вот он идет. Вот он, я иду. А ты где? Сам-то. Начинаем. Берегись, мин. Зачих! Так где вы? Открыть огонь! Ну да. Не дай ему уйти! Ну чтоб меня прятать. Открыть огонь! Так, я что-то сломал, что-то взорвал, что-то разрушил. Но это мне, походу, дело не надо. Так, сюда нам стрелять бесполезно, как видите, она закрыта. А нет? Я что-то слышал. Подождите. Раз она открыта, я тут что-то разрушил. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Будьте готовы. Ага. Понятно. Если я сюда пойду вот так... Это последнее, что тут можно, да. Так, если мы вот это сломали... Это с другой стороны надо, да, открывать? Ладно. Что мы тут имеем? Мы имеем... Так, поднять... Ой, куда-то вставить надо. По-быстрому у нас есть. Ой, да ладно, хрен стоит. Не очень-то и хотелось. Да, сюда. Что это? Так. Вроде бы как все. Осталось только с пушек их сбить. Все. Все.
хрена, ребят, переиграем. Давайте переиграем вот так вот. Опа, 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 опа. Да как так-то? Надо уничтожить сразу, чтобы оно не взорвалось в самый неподходящий момент, потом у меня. И давайте посмотрим, что у нас. И... Что у нас? Нету ничем подзаправиться-то. Блин, ладно. Ладно, ладно, ладно. Куда они были? Что? Ты можешь говорить? Не-не-не-не. Да при чем здесь этот? Нет, не надо мне бинокль. Мне надо отключить вот эту сейчас. Ты можешь обойти? Вот так. Все. Так, перед тем, как мы совершим глупость дальнейшую, давайте-ка посмотрим. Вот так. Все. Все? Все. Так, мины уничтожены, все. Давайте потихонечку. И все. Смотрим. Ползать надо куда же надо? Блин, под мином пути, да? Вот так. Потом куда? Давай. Ё-моё. Обходим. Стороной. Вот сюда вот тут. Оп. Прошли. Прошли, прошли, прошли. Дальше еще хуже. Мы же там натворили делов. И нам нужен робот. Нужен ключ охраны. Нужен ключ. Где охрана? Охрана! Блин. Так, а без этого никак. Это контрольный. Всё. Дай посмотрим, всё, что это... этот маленький мальчик может вот делать. Это... Да тихо ты. Блин, пипец, как скоро. Это те, которые по мне хотели стрелять, папа. Ну ничего, я вас всех. Сюда, 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 сюда. Нет, нет, вниз, вниз. Вниз, вниз. Вниз, сюда, нет. Вот теперь давайте попробуем. Сохранимся. Давайте посмотрим, что у нас. Готовьте. Так, наверх. Вниз. Ты никуда не едешь вообще. Ты вообще никуда не едешь. Отдай, отдай.
Так, все. Все. Враг повержен. Что мы видим? Это мы еще, блин, только на одной планете. Так. Встретись с Джейн и Коптим Вороном. Но без проблем. Встретимся. Сейчас встретимся. Все. Джейн и Коготь Ворона. А вроде бы все. Давайте посмотрим ролик. Пока смотрим ролик. Джен, я нашел выход. Подписывайся на мой канал. Возьми немного кристаллов и уходи оттуда. Оставляем комментарии. Это место заставляет меня содрогаться. За нами наблюдали все это время. Лорд Десан, это адмирал Фейяр. Адмирал Фейяр, как проходят ваши эксперименты? На данный момент они вообще не производятся. Испытательная лаборатория на Киджиме была нейтрализована парой наемников Новой Республики, и они забрали несколько кристаллов. Наемники? Где? Судя по их кораблю и переговорам, которые мы перехватили, я уверен, что это была пилот Джен Орс и ее партнер-наемник Кайо Катарн. Катарн? Это ее удача могла бы стать решением всех наших проблем. Проблемы. Ну давайте. Боюсь, что мы не смогли больше декодировать это послание. Хорошо. Если я оставил позади долину джедаев, то смогу преодолеть и остаток галактики. Так что делали оставшиеся в этой лаборатории? Наши ученые уверены, что они пытались искусственно влить мощь силы в живые объекты. Эти кристаллы, которые вы держите, очень похожи на те, которые найдены в световом мече джедаев. Черт! Но это невозможно, верно? Вы не можете просто дать людям силу с помощью машины, так? Все, что мы знаем о силе, говорит нам, что такие устройства не более чем воспаленные мечтания дураков и сумасшедших, Джен. Но попробуй сказать это тем фанатикам, которых ты нашла в этой лаборатории. Кто это был? Колонисты Сартус Прим, дальнего шахтерского мира на самом краю влияния Новой Республики. Дай-ка догадаюсь, добыча кристаллов? Да, мы потеряли с ними контакт незадолго до того, как получили сообщение с Киджима. И мы боимся, что колония была захвачена оставшимися. Или кем-нибудь похуже. Точно. Не зная всех планов оставшихся и положения колонистов, Новая Республика не очень-то хочет направлять спасательные силы в полном составе. Так что... Поэтому ты предпочла, чтобы мы втайне проникли, выяснили ситуацию и при необходимости вызвали флот? Да. Ты знаешь, я бы больше не хотел впутываться в эти дела с силой. Мы удвоим тебе обычную плату. Годится. Ну вот так вот, баба решила за всех. Итак, увидимся в следующем видео. На этом все. Ладно, пока. Я понял. Этот метеоритный шторм даст нам отличное прикрытие. Все забираются поглубже. Они не увидят, как мы подходим. Хорошо. Колония должна быть очень близко. Я проведу разведку с воздуха, пока ты пробираешься в шахту. Дай мне знать, когда выяснишь, в чем дело. Ладно.